Привет. Здорово. Алло, привет всем. Привет, Игорь. Неужели у нас все на связи? Привет, Василий. Да-да, привет. Ничего себе. Все на связи и вовремя. Как хорошо. Артём, ты разве вернулся уже назад? Артём. В Австралии. Понятно. Главное было сказать привет. Пропадаю, что ли? Я вот сейчас иду в комнату, где лучше будет Wi-Fi ловить. Ну, тебя вообще не было слышно. Вообще ничего. А сейчас нормально? Да, да. Сейчас нормально. А где ты, Артём? В Испании, что ли? Нет? Не-не, я уже вернулся в Москву вот вчера. Или позавчера вечером, я не помню. Понятно. Отметили возвращение в Москву. Я просто через Амстердам летел обратно. На фонари зашел? А? Не, на фонари не зашел, но зашел в кофешоп. Вот, красавчик. Поэтому я немного выпал, и я буду очень благодарен, если... Я посмотрел запись последнюю, в принципе. Я понимаю, у нас сегодня встреча посвящена краудфандингу, правильно я понимаю? Да. Да, у нас всему она, наверное, посвящена будет. Когда вы последний раз заходили на Трелло? Я сегодня смотрел. Там, кстати, много задач вообще накидано. И на английском там языке есть. Даже. Много. Даже большая часть. Все, дальше дальнейшая переписка. Вот, ведем на английском, потому что у нас основная все-таки группа, или как, основной наш клиент, да, контингент, это все-таки англоязычные краудфандеры, потому что наши денег не дадут, точно знаю. Вот. Попытка вот сделать лендинг, да, с вот этим донейшеном. Персональные просьбы к каждому, даже людям, которые участвовали у нас в проекте. Да? То есть те, кто побывали с нами в одной шкуре, даже $5 не перебросили. Хотя я лично с каждым поговорил. Ну, то есть, можете считать, что этого не будет. Да, от наших этих. Может, не будет. А? Не понял, что кто-то сказал. Ну, это я, Артём. Ну, так что ты сказал? Я говорю, видимо, не верят в проект. Да, хорошо. Причём тут верят, не верят? Денег жалеют. Да, если ты не веришь в проект, но веришь хотя бы в парней, да, там, которые это делают, вот, ты можешь сбросить вот, какую-то там копейку. Никто же не заставляет там $100 платить. Вот. Поддержи как-нибудь, да. Они все сказали, о, здорово, о, как это, молодцы, и все, и исчезли на совсем. То есть реально нас поддержал только вот Дима, который Дима, с нами, да, там общался. Я все что-то вспоминал, не знаю. Почему. Да. То есть Дима поддержал, все остальные, даже, говорю, наши участники, никак. Вот. Это как бы без... У меня претензий никакой нету. На самом деле вопрос в нас. Вот. Мы не создали тот крауд, к которому можем обратиться, ребята, давайте. Вот. И не создали реально тот продукт, который бы был востребован. Значит, на данный момент, сейчас, мы дальше всего продвинулись. Это с профессиональной сетью projectmanagement.com. Вот там идет уже обсуждение нашей идеи. Ну, не самое активное, но оно идет. Да? И второе, я решил туда прорваться стать там участникам, там достаточно сложно им постить контент,
Вот, ну, если ты не в форуме, а именно полезный контент шлешь, то прежде чем начать отсылать контент, они должны сначала тебя согласовать. Я им отправил информацию о нашем проекте, жду ответа. Отправил вчера вечером, думаю, у них как раз начинается, это Соединенные Штаты, да, у них как раз начался рабочий день, там, в обед. Надеюсь, что завтра утром, ну, может, там, в течение нескольких дней, я получу от них ответ, что к чему. Я посмотрел их сайт с точки зрения посещаемости, там в основном американцы. То есть основная масса людей, а посещаемость колоссальная. То есть там, миллионы посещений в месяц. И это именно профессиональная тема, профессиональные проектные менеджеры. Те, кто интересуется именно проектным менеджментом. Начать туда постить шаблоны, которые вот я вам показывал. Сейчас я расшарю свой экран. Начать постить шаблоны такого типа, как вот мы. Как я сделал для... А, он, наверное, не здесь. Сейчас, секунду. Я вам его сбросил туда, в список, да? Вернее, в нашу переписку. Вы видели. Вот такого типа шаблоны. То есть он на английском языке, полностью с комментариями. И так, устроен классически, то есть все вот как вот в PMBOK описано, да, Project Purpose там и так далее, все эти overall risks и так, все как в PMBOK, где были описания из PMBOK, там прямо эти описания вставлены, где нет, я эти описания придумал, вот, то есть вот мы имеем такой шаблон, который каждый теперь человек может заполнять и иметь у себя в виде готового документа. Я хочу, чтобы кто-то из вас... Я буду вот такие шаблоны выбрасывать. То есть я хочу сделать каким образом? По инициации как минимум один шаблон. По содержанию, по планированию содержания как минимум один шаблон. И так далее. По планированию каждой области знаний по одному шаблону. И по одному заполненному документу. И потом... кого гремит? То ли кастрюля, то ли, блин, тарелки какие-то. Кушает Игорек у нас. Игорек, кушай... Или выключи звук, или кушай тихо. Да ничего я не делал. Ладно, все, извините. Что-то гремит у тебя, капец, я себя не слышу. Да, сейчас ничего не гремит. У меня, господи, ложечка о чашку постучала, чай пью. Дальше. Я говорю, я вот эти шаблоны сделаю. Нам нужно будет, говорю, 10 шаблонов на планирование, один шаблон на инициацию, один на завершение и где-то там шаблонов 5 на исполнение и контроль. Вот, где-то так. То есть кругом бегом 20 шаблонов. Не такой большой уж там объем работ. Вот. Но каждый из этих шаблонов нужно будет шаблон плюс пример. Вот, шаблоны я возьму на себя. Примеры нужно вам кому-то брать. Наши вот сейчас по уставу проекта нужно взять из нашего устава, надергать сюда информацию, только на английском языке ее сделать. И сделать пример заполнения. А вот Project Charts. Ну давай, я это делаю, я как РП должен это делать, да. Как менеджер проекта. Не, ну не только это, да. В следующем будет там, например, Scope of Work, да, потом да. Schedule, потом будет Budget проекта. Там, что у нас еще? Team. Team Charter сделаем. Классная Давай. Тема, но из нового PMBOK. То есть по каждой теме я сделаю. Там Stakeholder Register будет. Вот. По каждой теме мы сделаем этот и туда забросим. Вот. И если там появится интерес и появится возможность вызвать их вот на фандинг какой-то, без краудфандинга, просто на помощь нам в проекте, то мы тогда сделаем больше шаблонов. Если будет слабый интерес, то эти шаблоны вот останутся этими 20 шаблонами, которые мы сделаем. Вот. Но у нас появится как бы таргет групп такая, которая будет что-то хотя бы с нами там общаться, что-то говорить о нас, там, как-то нас поддерживать. Это что касается шаблонов, да, связанных именно с PMBOK. Теперь что касается краудфандинга и
этого комикса. Нам Вася сделал вот список задач в Трелло. Значит, лендинг уже сделан. Я не понимаю, а что он в прогрессе, Вась? Толик, переключи экран. Да. Лендинг сделан. А что он в прогрессе находится? Я что-то не доделал еще? Доделал, но вон, смотри, есть еще перки и автореспондинг e-mail. Давай, автореспондинг будет с момента первого подписавшегося. То есть я бы вот автореспондинг вынес отдельный, чтобы он здесь не висел уже, лендинг. Потому что у нас есть подписка на лендинге, но нет ни одного еще подписавшегося. Вот когда хотя бы один человек подпишется, я тогда первому сделаю вручную ответ, и сразу же вместе с этим сделаю этот автореспондинг. Потому что сам автореспондинг, понятен, да, какие имейлы пойдут нам. То есть вот этот список есть имейлов о нашей компании, о нашем проекте и все такое. Это не проблема. Настроить я тоже могу достаточно быстро, только я не хочу на это время сейчас терять. Нет ни одного подписанта, а мы уже будем автореспондинг там пилить. Поэтому я бы здесь вот эти перки и этот вынес. Ты их здесь в лендинге можешь оставить, что они здесь есть. Вот. Но я бы сделал, что лендинг уже готов. Вот. И вынес лучше там условно что-нибудь там. Перки эти, где они у нас. Вынес бы их в туду. И автореспондинг. Не надо его туда. Не надо? Делаю. Перки вынеси, а автореспондинг пока не надо. Хорошо, автореспондинг убрал. Вот наши действия современные, да? Вася, давай, наверное, таким же образом. То есть самое важное, наверху каждый выдергивает себе задачу оттуда и делает. И делая, сразу всем сообщает: ребята, сделано. Я взял такую-то следующую задачу, я ее делаю вот так-то. Тут, в принципе, каждая задача идет с описанием, что же конкретно требуется от человека. И даже с некоторыми там ссылками, что нужно заполнить. Там, например, в feasibility study и ссылочка сразу на файл в Google Docs. Что это будет за feasibility study? Какие мы поля должны заполнить? Да? Там линк на краудфандинговую эту страничку. Страничку на компанию. Название этой компании, сколько они подняли на этой компании, сколько было бейкеров этих. Да? Соответственно, вычислится сразу количество денег на одного бейкера. Или как они называются? Бейкер? На одного бейкера, да? Ну и какие-то примечания. То есть нужно пробежать по компаниям, которые делали бизнес комиксы. Чтобы мы понимали, какую сумму нам вообще, на какую сумму рассчитывать. Не только бизнес комиксы, которые собирали просто средства на поход в гору. Давай тогда делить. Все-таки. Мы здесь не на поход в гору. Хорошо, собираем. Я поделю. Не-не-не-не. Здесь можно сделать, например, внизу две вкладочки. Одна вкладка – это компании, связанные с походами. Да? Вторая вкладка – это компании. Может оказаться, что на поход легче будет собрать, а не на вот этот комикс сейчас еще воротить. Вторая – бизнес-комиксы. Такое feasibility study нужно сделать, да, и так далее. Ну, то есть каждая из этих она уже как-то расписана. То есть, они стоят, в принципе, в очереди, уже стоят. И они в очереди стоят в виде. Ну, ты говоришь, распределить их по необходимости. Вот они так и стоят по необходимости. Да. Кстати, тогда я эту штуку пишу дан. И сразу это. Лендинг у нас есть. Вот я его перенес сюда. Как-то так.
Что скажете, Игорь, Артём? А? Да не слушал. Не-не, я слушал, тут есть задачи, они распределены все в порядке приоритета. Да. То, что внутри есть описание, собственно говоря. То, что мы передвинули уже статус Don, только что Дан, лендинг только что. У меня вот вопрос только по social network был, который третий сверху. Это каждый должен делать или там кто-то один за всех создать должен все эти аккаунты? Нет, аккаунты у нас есть уже у каждого. Просто нужно заполнить. Я захожу, у Васи вообще все пусто. Вот. Да. У Игоря какие-то там есть данные. У тебя фрагментарно данные. Да. У меня фрагментарно данные. То есть нам нужно все наши аккаунты вот в этих вот основных сетях, да? На Project Management никто из вас ничего не заполнил. Вот. У меня почему? У меня есть друзья даже там. Они добавляются ко мне. Хорошо, там, у тебя есть друзья. Ты, а тебе что там? У тебя фотографии хотя бы есть там? Нет, у тебя фотографии есть. У других нет фотографий. Вот. То есть... Заполнил там достаточно. Да. Заполнить это. Я не знаю насчет там Инстаграма и Google+. Вот. Но вот эти вот, Facebook, Twitter, там, этот, LinkedIn, Pinterest, вот эти два, да, нам нужно обязательно... нормальный такой этот портфолио там заполнить. То есть выполненные проекты, ну, я думаю, именно по таким направлениям. Это самое главное, проекты и восхождение. Вот. Ну, поскольку мы это предлагаем, мы по проектному менеджменту, и мы связываемся с, ну, вернее, с заявляем всем, что мы поднимемся на горы. Вот. Соответственно, вот вот эти две основные темы нужно нам показать. Хорошо, я предлагаю позанимать карточки. То есть, кто что делает. Вот, к примеру. Коль у тебя открыто, что-то у меня не открывается. Нажми на краудфандинг, да, feasibility. Mm-hmm. Самый верх. Вот. Вот. Меня. Ты можешь меня добавить? Или я не ты прав... можешь кредит feasibility, да, проводить? Да, давай вот, например, я feasibility проведу. Она самая первая. Mm-hmm. Все, вот Василий feasibility проводит. И в прогресс ее. Сбрось цвет, потом поменяем. Да что, я сразу поменяю. У нас же это легко. Раз. Label in progress. Туда убери там. Давайте я на себя перевод возьму какой-нибудь, там первый документ. Mm-hmm. Что там у нас? Чартер. У нас перевода нету, сейчас просто сделаем. Это тоже в прогресс. Я имею в виду, да, делать его. Ну, у нас нету сейчас документа, который нужно переводить. А шаблон? Шаблоны тоже, в принципе, пока второго шаблона нету. Ага. Вот. Ну и я, в принципе, когда я буду делать эти шаблоны, я буду сразу на английском делать. Что мне ее это там понятно. С переводом заниматься. Вот. Тут вопрос было у нас этот. В прошлый раз мы разговаривали про этих инфлюенсеров, да? Вот. Кто найдет их? Мы попросили тогда, чтобы ты поискал. Что-то делал по этому направлению? Да, ну, что сказать. Я, честно, я вообще не знаю, кому это дело можно. Давайте я вам просто напишу, посбрасываю там ссылки в общий чат, описание тех людей, которым это можно написать. Потому что... Так а зачем? Сразу пиши. Такая проблемная задача, и я не очень понимаю, кто из тех, кто есть у меня, может нам помочь. Так не у тебя должны быть. Вот. Это специально. Ну я понимаю, я смотри, понимаю, вообще это вот, как вот, должны вот, быть. Да, вот это вот почитай тут это со ссылочками, как это делается, да. То есть нужно зайти и посмотреть, кто из людей уже занимался, например, восхождениями. Вот сейчас покажу тебе чувасика одного. Так. Ой-ой-ой. Сейчас. Как-то его звали, я просто забыл уже. Вот чувак, который ходил на Килиманджаро и уже делал вот этот Project Management Case Study.
он, помимо того, что он ходил туда, он еще и, вот его зовут Керри Вилс, он еще и там проектный менеджер, автор нескольких книг, такой, видишь, там какой-то там супер-пупер парень такой. Вот, вот у него есть там 500 плюс этих коннектов. Мы можем с ним связаться, рассказать ему о проекте и попросить что-то где-то написать об этом проекте. Это первый вариант, да? Такие люди нам, ну, интересны, потому что он как бы на... Уже люди о нем знают, что он этим занимался. Вот. Второй момент. Второй момент. Например, мы заходим вот здесь вот там. Было написано там про Amazon. Где-то про Лиля. Не, про Amazon. А, это, наверное, уже тогда на YouTube надо посмотреть. Второй момент. Заходим на Amazon и смотрим свежие книги, связанные с управлением проектами. Вот. Угу. И авторам этих книг, им хочется, чтобы мы, ну, чтобы их пиарили. Так? Угу. А нам хочется, чтобы нас пиарили. Мы можем здесь вот сделать двойное это. Мы просим этих ребят, давайте мы вашу книжку сейчас вот тут будем тоже где-нибудь там. Да? А вы у себя все равно проводите кампанию, скажите еще о нас что-то. То есть такое, обменяться линками, ссылками друг на друга. Что еще там? Полазить потом вот эти вот, например, audience.com, да? Вот. Посмотреть. Если нужно, у нас сейчас есть... Это audience.com, она платная. И если нужно, у нас сейчас есть уже там 300 баксов, которые мы можем оплатить доступ к этому audience. И он позволяет выбрать по темам, например, там бизнес-комикс или там unusual project management, там, или там какой-нибудь extreme project management. Выбрать людей, которые наиболее влиятельные в Твиттере, и с ними тоже как-то там задружиться. Для начала там подписаться на них, сделать несколько там ретвитов, их ретвитов, и попытаться с ними связаться, рассказать о нашем проекте немножко. Для начала рассказать. Вот. Может, они скажут, ого, интересно, как ребята, нифига себе, какая тема. Вот. Я вас напишу. Вот. Может, это сразу будет, если нет, то через некоторое время просто попросить уже прямым текстом, ребята, а можете вот этот вот ретвитнуть вот, вот такой вот текст. Вот. Как правило, если наш проект им понравится, им они без зазрения там совести вот, спокойно его ретвитнут. Но нам нужно этих фолловеров найти. Идеальный вариант это просто этот грааль, как говорится. Это если мы найдем журналиста. Журналиста, который пишет об управлении проектами. Вот. Или о необычных там восхождениях. Хорошо, мне нужно сегодня понедельник. Ну, давайте я такой перечень людей. Я эту работу проведу там до четверга. В четверг я что-то уже смогу представить. Отлично. Вот Вася тебе сделал уже этот экселевский файлик. Вижу, вижу. Просто в него заходишь, имя, там, тролля, что о нем нашел, все вот сюда это. Есть телефон, отлично, хорошо. Имейл есть, отлично. Нет, ну, хотя бы там, возможно, Твиттер, там, где ты его нашел. Вот. Какие-то пометки по нему. Хорошо, тогда я эту работу поднимаю тоже чуть выше, поскольку она, вернее, во-первых, да. Переношу в делаемое. Игорь, да. Так, feasibility. Ты сначала весь краудфандинг делаешь или сначала... Или, ладно, ты подвигаешь. Краудфандинг сам по себе, он еще долго там будет висеть. А, тогда так. Так, я тут перенес нашу Social Network. Сделал чек-листы. Так, есть... Чек-листы забросил. Хорошо. Так, Игорю есть задача. Артём, ты какую задачу возьмешь? Я возьму выбрать краудфандинговую платформу. Нет, краудфандинговую платформу, мне кажется, надо будет выбрать, когда мы
Нет. Сделаем feasibility study. Не согласен. Краудфандинговую платформу надо выбирать уже сейчас, для того, чтобы мы там зарегистрировались. Дело в том, что еще важный момент. Нам нужно будет сделать несколько донейшенов на других краудфандингах, похоже. Вот. Вплоть до того, что там по 5 долларов потратить там на 10 разных. И это нужно вот сейчас уже собираться там раз в неделю какой-то донейшн сбрасывать на какую-то. Поэтому мы с тобой сделаем такое одновременно. Ты делаешь feasibility, я выбираю платформу. И вот поговорим насчет этого. Хорошо. Я их даже рядом ставлю. Вот медиа пич сделать бы лучше только. Пока. Он из лендинга, я понимаю, будет у нас взят. Частично. Расскажи, что это. Ну, это вот объявление нас, что мы такие, как вот на лендинге, да? И что мы делаем, и что мы хотим добиться. А, это то, что всегда давно хотел сделать у нас Артём. Маленькую презентацию о том, кто мы. Да. Вот, зови. Вот и нашелся. Артём, ты вообще на связи? Нет, отвалился, похоже. Он приехал с Амстердама, уже сказал. Толик, открой еще карточку. Сейчас. Открыть карточку. Ну, это пока сохранили, не знаю, что ты хочешь. Артема хоть где? Какой? В прогрессе, которая у нас аккаунт. Зайди. Какой, видно, еще раз, какой аккаунт? Самый нижний. Самый нижний. Ага. Которая на всех у нас. Да. Внизу, как бы, нужно везде сделать свои данные, фотографию с улыбкой. Вот. Улыбчивую фотографию сделать. И вот повыделял. У тебя, ну, я понимаю, на этом экспедишене тоже мы регистрируемся. Я вам линк дам. Хорошо. Вот. И там тоже восстанавливаем. То, чтобы вы могли с экспедишена. Это Инстаграм этот нахрен. Вот. Я не думаю, что они сильно нам. Ну ладно, я пока тут оставлю. Вот. Оставь, думаю, пока. Что... Да. Дело в том, что Google Plus, в принципе, может помочь с точки зрения повышения в рейтингах в поиске Гугла. Вот это да. Но не более того. То есть сделал, отмечал. Да. Вот. Фотографию вставил, данные есть, все контактные. Вот. Ну, контактные данные, проекты и восхождение. Хорошо. Она на всех. Артём появился? Я тут, да, у меня включается интернет, то включается. Смотри, мы обсудили, кто какую задачу делает. Так. Вот. Игорь ищет людей, которые могут нас продвигать. Ага. Вот. Василий сейчас делает feasibility study, то есть изучают, какие были уже подобные краудфандинговые компании, связанные с восхождениями и связанные с созданием бизнес-комиксов. Mm-hmm. Так, и смотрит, сколько они заработали денег, подняли денег на краудфандинге, сколько было этих бейкеров. Да? Mm-hmm. То есть, и пересчет, сколько на одного бейкера. Ну, то есть, чтобы понять, насколько мы можем рассчитывать на вот это вот, рассчитывать поднять это все. Uh-huh. А, я выбираю краудфандинговую платформу, но это будет либо Kickstarter, либо Indiegogo, либо GoFundMe. Вот это вот вероятность, какая-то одна из этих трех. А, в принципе, мы с Васей вместе работаем, пока он feasibility, да, изучает, я эту платформу, то есть мы выбираем ее. В
все вместе заполняем полностью социальные аккаунты свои с точки зрения восхождений и с точки зрения проекта, проектного менеджмента. Только так, хорошенько заполняем. То есть каждый аккаунт продумываем такой, чтобы он был с нормальной фотографией, нормально оформленные проекты. Вот. И, кстати, друг к другу зайдем, там вот, например, на друг на друга подписываемся обязательно во всех этих. И вот, например, в LinkedIn классная штука подтвердить навыки. Вот эти вот навыки друг другу подтверждаем. То есть всячески друг друга пропиарим. Вот, такой как командной работой. Когда я сделаю... ну и подписываемся, наверное... Ну это позже, но это позже уже. Давай, это позже. Все подписи... Пока выставляем наши эти... Нормально выставляем наши аккаунты. И... Тебе мы предлагаем все-таки доделать, ты как-то начал делать эту презентацию о том, кто мы. Такой маленькая презентация, которую можно распечатать в виде брошюрки. Да, то есть сделать из нее такую красивую книжечку. Кто мы, что мы делаем, для чего это. Вот эта штука, вот здесь описание. Да? Ну, наша компания, но не компания, как бы, а наша группа, да. Вот, что мы делаем, вот, для чего, почему. То есть такой лендинг-пейдж, но только в виде презентации. А как она должна там выглядеть? Это я уже сам должен придумать. Ну, да? Вот смотри, я тебе пример приложу сюда. Угу. Мы когда-то делали, продвигали вообще идею Expedition Project Management. Угу. Там была классная такая презентажка, сейчас я ее покажу, а потом... Давай, закрепляй тогда за меня ответственность по этому вопросу. Уже закреплена, уже поставлена in progress. Отлично, все. Так, здорово. Сейчас я сейчас покажу. Вот такая вот презентажка. Значит, как бы она презентовала команду в первую очередь. Что, какие мы делали там проекты, вот, сколько человек там мы обучили. Дальше, кого сертифицировали по управлению проектами. Кстати, я ее обновлял недавно, видишь, уже тут есть этот парень по фамилии Артем Строганов. Дальше, какими проектами управляли, на какие горы восходили, фоточки такие, да, вот, ядро команды. Вот в таком же ключе я, в принципе, могу тебе в виде прям этой презентации, ну, как вот презентацию это сделать, можно в таком же ключе сделать нашу эту. Давай, скинь, пожалуйста. Только тут добавить еще получается, можно убрать там проекты, например, да, там. Ну, вернее как, наверное, проекты нужно оставить как раз. То есть мы делали такие-то проекты, мы восходили на такие-то горы, у нас основные такие-то компетенции, наша команда такая-то, и мы хотим сейчас сделать восхождение на Килиманджаро, и кратко о Килиманджаро, вот, и на выходе дать вам набор шаблонов с примерами заполнения и с описанием бизнес-кейса, и комикс, связанные с вот этим восхождением. Я думаю, будет идеальная штука для того, чтобы уже начать там кому-то в PDF ее сбросим, вот, в виде PDF сделаем, и прям раз людям будем отправлять. Вот. Мы такие... Да, я зашлю. На английском языке, в общем, я конечно, делаю. Конечно, конечно. Я же говорю, русские не будут платить нифига. Просто, вообще отлично, отлично. Вот. Я сейчас этот Team Achievement прямо в нашу большую папку бросаю и делаю линк. Я зачел над комиксом, который вот ты сначала сделал, типа там такой, а нахера? Типа такое слово еще, нахера, типа SQL, типа SQL. А потом я на самом деле реально вспоминаю то, что по факту реально это нормальная тема, то, что команду надо грамотно нагружать именно вот такой нагрузкой. И я это осознал прям реально. То есть не просто вот на теории, а реально вот
провернул все-все-все вот жизни, даже вот просто в жизни, что действительно нужно вот с эскером нагружать вообще, что бы то ни было. Не, ну подожди, у тебя если эскер появляется, ну, вначале у тебя скорость, да, то ты 100% потеряешь ресурсы, потому что у тебя знаний мало о проекте, а ты уже кинулся что-то делать. Это наше вот это дурацкое, а, нужно срочно делать. А потом, а теперь давай нужно срочно переделывать. А теперь давайте исправим ошибки. А теперь, короче, мы теряем ресурсы, теряем деньги. Это называется планирование провала. Если у тебя в конце ускорение происходит, то ты все работы переносишь на конец. Вот в конце у тебя ажиотаж и вот это вот аврал. Так и называется планирование аврала. Вот. А если она у тебя похожа на букву S, вначале медленно, в середине быстро и в конце опять медленно, то у тебя есть время на раскачку, на продумывание всего, потом быстрая реализация и в конце вот, время на наверстание упущено. Согласен. Вот мне это прям реально в память вбилось, реально на самом деле нормальный пример. Ну да, вот и только надо теперь их, смотри, идея какая с этим, с комиксом, нет, не презентация. Презентацию я показал. Да, идея какая с комиксом. У нас основная масса народу в Одессе. Да? То есть мы втроем в Одессе, ты один в Москве. Видимо, тебе придется приехать к сюда. Слушайте, а что на этих выходных делаете? Я надеюсь, тренинг читаю. Тренинг? Да. Мы просто не успеем это. Нам нужно сейчас один из следующих пунктов, я вот напишу здесь. Нам нужно сделать сценарий комикса и собраться на фотосессию. Хорошо, я это прилечу. Приехать тебе на один день, на один там два дня. Ну, на один день фотосессии, а на пару дней, чтобы тут побывал. И сходить, например, там в коворкинг, посидеть, ну там, отфотографироваться. Причем нам же не нужно там, там крутую фототехнику. Из-за того, что мы будем все прогонять через призму там и превращать в фотографии картинки, да, рисунки, то нам, в принципе, достаточно это отфоткать, условно, там, на iPhone. Вот. У iPhone классный этот фотоаппарат встроенный. И берем, отфоткаем, чтобы у нас появился набор фоток связанных. Единственное, что придется там от коворкинга к коворкингу там переодеться несколько раз, чтобы не было такого, что мы все всегда в одних и тех же костюмах и на протяжении всего тренинга вроде там идут года, вот, а на протяжении всего комикса мы в одних и тех же рубашках. Вот. Соответственно, с переодеваниями, со всеми, со сменой там, да, мы, например, на море что-то там встречаемся, мы в кабаке встречаемся, мы в коворкинге где-то, в офисе, да, мы еще где-то там условно в разных местах мы там встречаемся и обсуждаем этот проект. Мы сидим за компьютерами, мы там что-то делаем, да? Вот. Чтобы у нас накопилось пакет фотографий по разным темам, чтобы мы могли хотя бы там половину этого комикса уже сделать. Вот. Вторая половина комикса, ну или хотя бы там треть комикса, да? Потом вторые две трети мы сделаем уже, ну обязательно это отсняться на горе. Вот, что мы летим, мы восходим, мы там встречаемся с командой, негритянской командой, вот, и так далее. Вот. И еще там доснимем что-то уже в процессе. Вот. Если нужны будут отдельные лица, ну там как-нибудь их отснимем еще. Вот. Но это нам нужно вот эту фотосессию, я вот сейчас впишу где-то сценарий, и фотосессия это вот обязательное. В бэклог пишу. А мы Иру возьмем как профессионального фотографа? Так Ира как раз, у нее же как раз из всех нас, только у нее нормальная техника. Игорь, у тебя какой телефон? У меня китайский Meizu. Отлично. Паршивая камера очень. Да. А Артем, у тебя? У меня, я не помню, ну тоже какой-то китайский Redmi Note, как он? Отлично.
Ну, получается, то ли Мизу, то ли... У Иры, ну, в общем, у... Red Minota. Да. У Иры и у меня только классные эти камеры. У меня, потому что этот Samsung 7, там тоже камера суперская с улучшайзером. Вот. И у Иры вот ее возьмем фоткать нас. Хорошо. Надо подгадать на бабье лето, чтобы Игорек увидел, как... Ой, это с ней не Игорек, а Артем. Увидел, как это. Он там приедет из зимы такой. Вон. Заснеженный. Да. А тут бац, на море можно сходить, позагорать. Там. Ну вот, я два этих еще внес. Скрипт и этот. Но давайте к ним подойдем вот с, так, вразумительно. То есть о скрипте мы еще поговорим в какой-то из следующих разов. Готовы выполнить это вот за ближайшие там, давайте не дотягивать до понедельника, а вот, вот готовы там сделать за 2 дня, сделайте за 2 дня. Вот, ставьте «сделал», бросайте там в скайп, что я свою задачку сделал. Связь пропадает, но я, меня слышно? Да. Да, тоже через раз. Да, я... до четверга сколько? До четверга, до пятницы, когда надо, до среды сделать? Ну я говорю, давай, у нас не будем идти по дедлайнам, давай идти наоборот, по этому, по CCPM, да? Когда каждый вот можешь сделать это завтра, сделай завтра. Вот. Хорошо. И сообщи всем, я сделал, вот, ребята, там, я дальше немножко буду занят, но возьму следующую задачу, условно, там, не знаю, дизайн, краудфандинг пейдж, да, там, или что-то еще. Вот. Написать скрипт для видео, вот, которое будет это. А видео, скорее всего, будем делать вот там, где он нам Артур показал. Вот мы сделаем видео в виде мультика. Единственное, что нужно будет найти человека, который озвучит. Вот. Кто из вас говорит без акцента? По-английски? По-английски. Я сейчас был в Испании, мне сказали, что у меня perfect English. Ну, я не знаю, мне кажется... Ну, короче, мы устроим тогда между нами этот конкурс. Вплоть до того, что каждый прочитает этого вслух выдержки из Библии или из Шекспира. О, Шекспир, у меня есть как раз 154 сонета, если взял. Давай, да. Вообще. А мы устроим где-нибудь на нашем этом голосование людей, чтобы выбрали, кто будет голосом нашего... нашего проекта. Проекта, да. Вообще круто. Нормально? Тогда это вообще даже... на самом деле очень круто. Тема классная, мне тоже понравилась, я ее даже напишу. Выбрать голос проекта. Да. Погоди, я в мультике буду в шапке-ушанке, я могу с любым акцентом там озвучивать своего персонажа. Я не думаю, что у нас там будет мы как персонажи, да. Артём сделал как бы предварительный вариант, показал, что может эта штука. Вот. А я думаю, у нас будет именно рассказ о том, что мы хотим вот Килиманджаро, да, там гора какая-то, а мы хотим пеймбок туда, книжка какая-то появляется там, мы хотим сделать на основе этого комикс, и жизнь сама напишет скрипт этого комикса. Вот. И вот этот, вот эту тему туда показать, да, вбросить людям для вот рассмотрения. Окей. У нас там есть карточка, вот Creation Perks. Угу. Вот в следующую встречу надо будет тоже опять всем подключиться и обсудить ее. Вот. Потому что нам нужно будет реально создать череду каких-то плюшечек, которые будут на краудфандинге, вот, за которые люди будут давать деньги. Чтобы к скрипту видео вот эти вот плюшечки как раз и обмусолить. Вот. Возможно, делать в самом ролике. Вот мы донесли эту книжку, вот мы ее подписали и вручим самому-самому помощнику. Угу. Ну смотри, сейчас здесь. А, ну вот это, да, обсудить.
Да, вот именно это. Ну, я какие-то начал, видите, делать штуки. Давай сейчас пару слов скажем об этом. Вы можете тогда каждый просто посмотреть, чтобы быть готовым на следующий раз уже четко-четко вот этот выставить. Я сюда добавлю еще файлик, когда feasibility закончится, я планирую за несколько дней тут завершить, вот, в ближайшее время. И будет файлик посмотреть, какие у других были перки. Какие, ну, более... А, ну хорошо, были... да. Может, мы разобьем тогда, да, на так? Поддержим. Тот... Да. А, смотрите, да. Какая, я уже говорю, продумывал вот, частично, у меня пропущенные есть. Вот. Первое, да, там, наше спасибо, вот, и можем в конце комикса внести, что они были поддерживающими, там, на $10, вот. Это наше цифровое обнятие, крепко обнимаем, но в цифре, вот, и отсылаем людям эти комиксы в первую очередь, так, ну, в электронном виде. Дальше 25 это наш cheers, вот, наш привет, и присылаем человеку. Что? Это ты там уже дублируешься просто у кого-то, у Игоря. И присылаем привет из Танзании. Открытку из Танзании, да. Дальше, возможно, да, я думаю, что нам самим нужно будет майки напечатать. Вот, всем, чтобы мы были в майках таких, там появлялись несколько раз, вот, кстати, до этого, до фотосессии, вот, чтобы мы появились в майках тоже. И вот эти майки с тишотом нашего Kilimanjaring лого, кстати, лого нужно тоже придумывать, мы отправим этим людям. Что там дальше? За $100 мы уже отправим print and comics, распечатанный, за $250 мы копим PMBOK, реальный PMBOK у PMI. Вот. Подпишем его и отправим людям. Вот. Блин, я заказал PMBOK месяц назад, мне еще не пришел до сих пор. Я им сегодня написал, говорю, где мой PMBOK, ничего не отвечает вообще. Вот что там долго делать? А деньги сняли причем. Непонятно. Вот, дальше там, ну вот я не знаю, то ли за 1000, то ли за 500 сделать им PMBOK, который будет подписан прямо на вершине Килиманджаро. Вот. Я сначала его на 500 написал, потом перенес на 1000, потому что думаю, это жирновато будет. Хотя... Тащить! Да. Не, ну тащить-то будут эти черные парни. Ну, пока пусть здесь будет, да? И за 5000, я не знаю, что за 500 и за 2500 давать, а за 5000 мы прямо готовы взять с собой. То есть 3000 это уйдет на него, на этого человека, а 2000 на нашу команду. Вот пока да. Так. Вот. Если какие-то есть темы, подумайте, что еще. То есть, вот здесь, наверное, у вас все-таки вот это Create Perks, здесь все-таки Research Perks, да, другие как были, вот, проводились типа, компании, что у них было в перках, чтобы мы сюда вот именно вот эти фразы правильно прописали. Ну, research будет feasibility, там нокс есть, и самые уникальные перки, они туда в ноксы попадут. Угу. Идет. Все? Ну, у меня пока все. Что-то ребят молчат все время. Ну, вы интересно говорите. В принципе, я знаю свои задачи. Я ожидаю, пока я сделаю презентацию. И я его разошлю вместе с этой ссылкой на лендинг, который уже создан. Соответственно, мне еще нужно будет создать документы, поэтому я боюсь еще лишнее слово проронить, чтобы еще что-то не получить. На самом деле шучу. Я просто понимаю то, о чем вы говорите, и слушаю. Да, ребята, пару дней я такой вот перечень вот этих инфлюенсеров делаю, присылаю, звоню всем, и тоже как-то свяжемся на неделю до понедельника. Ну да, да, представлю. Чтобы на понедельник у нас немножко были более по такой подробности. Сегодня очень хорошо, потому что Вася вот подготовил это все, да? Да, у нас есть основа, относительно которой это. Мы видим, что уже сделано, мы видим, что у нас есть. Да, Вася крут, конечно. Вот.
Делаем следующий шаг. Да. Я хочу, чтобы они были закончены до следующего, то есть и уже, возможно, взято что-то. Вот, чтобы мы обсуждали конкретику, а не задачи, которые сделаны, не сделаны. Да. Принимается полностью. Давайте у меня предложение предварительно хотя бы даты утвердим, или как это сказать? Хорошо. Предположим, вот, какие вот мне у вас есть доступ к Trello? У меня есть. Вот, я себе ставлю due date, я выберу платформу. Не-не, я имею в виду даты, когда мне прилетать в Одессу для планирования. Ты это? Да, потому что, в принципе, чтобы выходные никакие не планировать, именно говорить всем, ребят, извините, меня не будет. Давайте не сейчас эту дату, а тоже там день-два. Ты подумай, мы подумаем, и как-то дату эту определим. Я вот сейчас... Так, ну подожди, давай тогда первое. Чтобы, раз уже так прямо рвемся, то я делаю скрипт. Вот здесь где-то скрипт на шот видео, скрипт на комикс. Вот. Мы делаем его в туду, переносим. Вот. Кто, ну, там, кто-то из нас возьмет, подхватит этот скрипт на комикс. А, дело в том, что чтобы эту сессию сделать, да, нам нужно понимать, что будем делать. Это раз. Когда мы это можем сделать лучше, давай посмотрим. Следующее. А кто когда свободен? Ты сейчас как загружен, Артём? Потому что по большому счету, ну, нам-то здесь бросить один день, не работать и все. Ну я вот все, я сейчас слетал, отдохнул, как я хотел. В принципе, у меня до Нового года только работа. Я сейчас, ну, по работе сейчас сильная занятость. Но на выходных как бы я не работаю. На выходных. Поэтому... Ну смотри, я не могу в начале, до конца октября, в принципе, я могу выходные, ну, потратить любые. Потом у меня занято полностью, так, значительно занято начало ноября. Угу. И потом опять выходные. Выходные я могу в любые. Вот. То есть, по большому счету, смотри, начиная с... 21 и 28 мы можем сделать октября. Uh-huh. Вот. Но тогда придется, говорю, ускориться с этим скриптом. Вот, чтобы мы чисто с пользой так потратили эти, сделали фотосессию. А что за скрипт-то, я так не могу понять. Ну, сценарий. Сценарий комикса. А, скрипт, все, понял. Думаю, скрипт писать надо, типа там что-нибудь на питоне такое выписывать, на Яве. Да на нет, Яве. Нет. Я считаю, все сценарий, короче, понял. Да, сценарий комикса, в котором будет у нас ну, понятно, что мы предоставляем этим людям, да? А, ну, все, вернее, понял. Что из каких основных этапов будет состоять это. То есть это будет это набор картинок, да, каждая страница это завершенный сюжет, чтобы можно было ее там забрасывать. Но весь комикс будет состоять из завершенных сюжетов, объединенных общей какой-то такой общей повествовательной линией, угу. Которая у нас будет разбита на там вот начальная это сбор команды, развал команды, потом там ну то есть уже прошедшее, уже мы это уже написанный скрипт. А дальше нам хотя бы нужно отфотать, ну, остальное, что мы там собираемся где-то, где-то мы общаемся, где-то мы обсуждаем это, где-то обсуждаем это, вот, потом мы там собираемся условно где-то на каких-то там kick-off митинги, да, там на go-no-go decision, вот, в итоге вылетаем. Вот, с момента вылетаем, вот тут у нас уже будет, ну, другая фотосессия. Вот, но до вылета нам нужно как-то это дело. Какие-то, может быть, знаешь, там будут там домашние проблемы, да, потому что у людей не бывает такого, чтобы ты только там на работе, только по работе все дела решал. Вот. Поэтому мы там отснимем там, Вася дома общается с мамой, или ты там у себя вот, отснимешь, да, как ты там общаешься с кем-то там, со своими близкими. Вот. Я сейчас.
действительно да. проблемы есть, но у меня не с близкими, у меня вообще какая-то проблема, я не понимаю, что дальше вообще по жизни делать. Вообще не понимаю. Прям просто вот, просто чистый табула раз и чистый лист, что дальше делать, вообще не знаю. Я, кстати, в панике прям просто ехал, думаю, что вообще делать дальше. Артём, тебе... Экзистенциальный кризис. Тебе же тридцатника еще нет, да? Ну да. У тебя вообще еще все спереди. Вот это такое, такая... Ну, в том и дело. Ну, типа, а что правильно, что дальше делать? Вот, ну, как бы это у меня все... Ну, не то, что все мысли занимает. Но факт в том, что проблема есть определенно какая-то. Я тебе лично позвоню, расскажу, что делать дальше. Делай комикс. Хорошо, друзья, давайте на этом тогда как-то и да. порешили. Я тоже предлагаю заканчивать. Буквально все, задачки на пару есть. Дней я даю такой список, начинаем с ними работать, ну и каждый свое делает. Да. Да. И в следующий раз, когда в понедельник или точно все-таки выходные? Понедельник, 20:00. Понедельник железно, а на неделе, когда по мере готовности созвон такой более коротко, ну просто представим результаты, кто что сделал и все. Давайте. Хорошо. Подходит. Все, давайте, спасибо. Счастливо. Спасибо, мужики, всем пока. До скорого. Пока.